Привет! Сегодня мы поговорим о блендере Moulinex, который обещает стать твоим незаменимым помощником на кухне. Я тщательно изучила его возможности, протестировала все функции и теперь готова поделиться своими впечатлениями. Погрузимся в мир смешивания и измельчения вместе. Первое, что бросается в глаза при встрече с этим блендером – его компактность. С весом всего 2,1 килограмма он легко находит свое место на кухне, не требуя много пространства для хранения. И это большой плюс для тех, кто ценит порядок и экономию места. Но давай поговорим о чем-то, что действительно заставило мое сердце биться чаще. В комплекте идет бутылка на 600 мл, изготовленная из тритана, материала, который славится своей прочностью и безопасностью. Это не просто бутылка, это твой новый спутник для свежих напитков на каждый день. Смешал свой любимый смузи и вперед, на работу или тренировку, с напитком, полным витаминов. А теперь о лезвиях. Они снимаются, и это гениально. Подумай только, сколько раз ты ломал голову, как почистить блендер после какой-нибудь особо экзотической вечеринки смузи. Здесь все продумано для твоего удобства. Не забудь заглянуть в описание под этим видео. Я оставила там не только ссылки на магазины, где можно приобрести этот блендер, но и специальный промокод для максимальной выгоды. Не упусти свой шанс. С мощностью в 400 Вт он словно маленький, но очень решительный помощник на твоей кухне. И несмотря на свои скромные размеры, у него есть серьезная сила под капотом. Лезвия, созданные по технологии PowerLix, это что-то с чем-то. Они обещают на 30% более быстрое измельчение, и я проверила это на самых твердых ингредиентах. Результат? Все как обещали, без единой оговорки. Чаша на 1 литр сделана из термостойкого стекла. Это значит, что ты можешь готовить горячие супы прямо в блендере без боязни, что что-то пойдет не так. Кроме того, это добавляет устройству очков в плане безопасности и долговечности. Две скорости работы – это как две ступени ракеты, которые выстреливают твои кулинарные эксперименты прямо в космос. Нужно более мелкое измельчение? Пожалуйста, хочешь оставить немного текстуры? И это возможно. Система охлаждения воздухом заботится о том, чтобы мотор не перегревался, что продлевает жизнь блендера на многие годы. А если что-то и случится, производитель обещает простоту ремонта и доступность запчастей даже для устройств, которым больше 15 лет. Причем в любой точке мира найдется авторизованный сервисный центр. Этот блендер – не просто устройство для кухни, это настоящая инвестиция в удобство и качество приготовления еды на годы вперед. Отзывы – это тот самый компас, который помогает нам сделать правильный выбор. И я, разумеется, не могла обойти стороной мнение тех, кто уже успел попробовать этот блендер в деле. Вот что я выяснила. Минусы. Маркая поверхность. Плюсы. Удобный, прост в управлении, мощный, хорошо перемалывает продукты, занимает мало места на кухне. Итак, подводя итог, этот блендер действительно может стать звездой на твоей кухне. Он компактный, мощный и удобный в управлении, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. Да, есть мелкий недостаток в виде маркой поверхности, но это легко перевешивается массой преимуществ. Не забывай, что в описании под этим видео тебя ждут ссылки на магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Твое мнение очень важно для меня, поэтому не стесняйся оставлять комментарии с впечатлениями о блендере или предложениями о том, что обозрить в следующий раз. Если тебе понравился этот обзор и ты хочешь узнать больше полезной информации о различных товарах, подписывайся на канал и активируй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставь лайк, если видео было полезным, и делись им с друзьями. Спасибо за внимание и до скорых встреч в новых обзорах!